В Саратове во время пожара погибла 7-летняя девочка. Возгорание в доме на улице Большая Горная произошло 30 ноября примерно в 23:20. Первыми дым увидели соседи. Еще до приезда пожарных двое мужчин попытались эвакуировать жильцов из горящего дома. Одна из сестер-близнецов сама сумела выбраться наружу. Двух женщин, мать и бабушку из пламени вынесли соседи. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. Тело другой девочки спасатели обнаружили уже после пожара. В настоящее время по факту гибели 7-летнего ребенка проводится проверка.